Всем привет, и вы на моем Roblox канале, и сегодня вы посмотрите крутую трату робоксов, а также крутые бесплатные вещи, которые вы сможете получить в промокоде. Поэтому обязательно смотрите это видео до конца, чтобы ничего не пропустить. А также, если вы хотите самым первым узнавать крутые промокоды, то обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте на нем колокольчик. Также, если тебе понравится наша трата, а также бесплатные вещи, то обязательно поставь лайк, и также можешь оставить какой-нибудь приятный комментарий. И давайте тогда не будем тянуть и будем начинать. И давайте начинать нашу трату. Для начала хочу купить какую-нибудь крутую прическу. Давайте выберем вообще волос у тебя в магазине. Давайте выбирать. Я хочу какую-нибудь купить, наверное, светленькую прическу. Тут, кстати, очень много всяких крутых. Я даже не знаю, мне разбегаются глаза. Вот, например, вот эта прическа крутая. Давайте на нее посмотрим. Она стоит где-то 80 рублей. Робоксов, это, мне кажется, достаточно дорого, но тут пока что все прически так стоят, и даже не знаю, какую выбрать. Тут очень много крутых, например, вот тут внизу вообще 5 блондинистых причесок. Мне очень нравится вот эта с хвостиком, давайте ее посмотрим. Она стоит 90 робоксов, кстати, она немножко дороже, чем все остальные. Давайте посмотрим, наверное, какую-нибудь коричневую прическу. Вот, например, вот это, получается такого же плана, только немножко другого цвета. Тут еще очень много разных причесок, я даже не знаю, какую выбрать. Давайте, ребята, через паузу я вам покажу, что же я все же подобрала. И, ребята, я остановила свой выбор именно на этой прическе, мне кажется, она самая крутая. Мне очень нравится, как она выглядит сзади, правда, была такая же прическа, сколько с другим градиентом, но мне больше, наверное, понравилась светленькая, поэтому купила я именно ее. Теперь давайте переходить к следующей одежде. Например, давайте выберем какой-нибудь аксессуар, может быть. Я хочу посмотреть что-нибудь из вот этого. Тут мне пока что ничего не нравится, но там была очень милая игрушечка. Так, может быть, кстати, выбрать какие-нибудь крылья. У меня, кстати, еще не было никаких крыльев, поэтому тоже было бы круто их подобрать. Давайте да еще полистаем. Мне пока что не очень здесь все вещи нравятся. Так, здесь вроде бы тоже прикольные белые крылья, как бабочка. Тут есть всякие рюкзачки, но давайте да еще немножечко листать. Так, здесь тоже еще больше крыльев, но тут они все какие-то дорогие. 500, мне кажется, слишком дорого для таких крыльев. И я решил купить именно вот эти крылья, они стоили 100 робоксов, это, кстати, дорого, но мне кажется, нереально стоят того, потому что они очень крутые. Если хотите, тоже можете их покупать, название вы сейчас, кстати, тоже видите. И давайте переходить к следующей одежде. Я не знаю, что еще посмотреть, мне еще очень много всего хочется выбрать. Давайте, например, посмотрим лицо. Вот, кстати, я бы хотела купить, наверное, какие-то очки. Поэтому давайте выбирать. Эти очки стоят 20 робоксов, но мне кажется, вот эти белые намного круче. Давайте посмотрим. Вот эти очки мне понравились больше всего, поэтому я купила именно их. Тут, кстати, еще много наподобие таких очков, только разных расцветок. Кстати, золотые очки такого же плана стоят почему-то на 10 робоксов дешевле. Я не знаю, с чем это связано. По идее, должна была быть совсем наоборот, но давайте не будем тянуть и будем переходить к следующей вещи. Следующая вещь. Так, давайте выбирать. Скорее всего, купим вот какую-нибудь, может быть, шляпку. Тут их очень много, я не знаю, что себе выбрать. Прикольно было бы купить, наверное, какие-то ушки или что-нибудь такое прям модное, но у меня уже есть идея купить какие-нибудь цветы. Смотрите, сколько их вообще, тут очень много всего красивого. Я вот искала и решила купить именно вот эти цветы. Они, получается, будут находиться вокруг моего аватара. Кстати, это тоже прикольно очень. Можете тоже такие себе покупать, так как очень много разных видов, разные голубые. Есть наподобие только бабочки или, допустим, черные цветы. Есть сердечки, в общем, огромный просто выбор. Поэтому можете тоже себе любую покупать, если хотите. Я вам предложила эту идею. И давайте заходить и покупать следующую вещь. Я могу, конечно, растянуть это видео на 10 минут, но мне кажется, будет не очень интересно. Поэтому давайте я вам сразу покажу, какие вещи я выбрала, так как выбирала их очень долго. И давайте, да, начинать.
С того, какую именно одежду я купила. Я купила вот такую вот милую кофточку. Я не знаю, что она изображена, наверное, какая-то пандочка, но мне кажется, она очень круто, в общем, сочетается с моим луком. Из низа я решила купить вот такие вот красивые штанишки, на них изображен Стич, я думаю, вы его тоже знаете. Мне кажется, это очень мило, поэтому я купила именно их. Давайте теперь смотреть дальше, что я купила. Я купила еще вот такую вот анимацию. Она вот так вот выглядит, я думаю, ее покупает каждая девочка, потому что она самая крутая из всех анимаций, которые, мне кажется, есть в Роблоксе. Она очень, в общем, модная. И давайте смотреть, что еще я купила. Также я делала себе на плечо вот такого вот милого зверька. Кстати, если вы не знаете, где его получить, его можно получать в промокодах. Чтобы их узнавать, обязательно подписывайтесь на наш канал и ставьте на нем колокольчик. И смотри наши разные видео, там рассказываем множество промов, с помощью которых вы можете получить крутые бесплатные вещи. И я получала очень много вещей с помощью них, поэтому я могу их менять, тоже одевать. Давайте попробуем одеть вот такую вот лисичку, мне она тоже, кстати, очень нравится. Так, давайте подождем, пока она загрузит. И давайте еще это оденем вот такую вот шляпу. Я не знаю, какой у меня лук получится. Давайте дождать загрузки. Вот так вот получается. Мне кажется, эта шляпка очень мило скрывает половину моей прически. У меня остаются впереди только два крутых локона. И, в общем, наверное, на этом наша трата закончится. Давайте переходить к второй части видео, то есть к промокодам. А теперь давайте вводить промокоды, которые будут давать нам бесплатные вещи. И чтобы попасть на страничку, куда надо вводить промокоды, обязательно загляните в описание. Там есть специальная ссылка, обязательно на нее тыкайте и приходите на страничку, куда вы будете вводить эти самые промокоды. Давайте писать следующий промокодик, он выглядит вот так вот. Вот такое вот у него название, поэтому обязательно запоминайте. Но если вы не запомнили, то можете посмотреть название в описании. Давайте нажимать кнопочку Redeem. И нам пишет, что этот промокод был уже успешно введен, значит, он до сих пор работает. И вы тоже можете ввести его себе на аккаунт и получить за него крутую награду. Следующий промокод сейчас у вас будет на экране, он выглядит вот так. Вот обязательно запоминайте его название, так как он дает очень крутую бесплатную вещь. Давайте не будем тянуть и будем вводить его. И нам пишет то же самое, что он был успешно введен, и что вы за него можете получить крутую бесплатную награду. Поэтому обязательно выводите себе на аккаунт. А мы переходим к следующему. Следующий промокод я уже пишу, он вот так вот будет выглядеть. Он вам будет давать тоже крутую бесплатную вещь, и давайте его вводить, проверять. И нам написали, что он тоже был успешно введен, вы тоже можете ввести его себе. И на этом наше видео подходит к концу. Всем спасибо, что его посмотрели. Я надеюсь, вам понравилась трата робоксов, а также бесплатные промокоды. Если да, то обязательно поставь лайк. Я всем желаю хорошего денечка и всем пока!